Это территория базы наша, облагороженная лавочками, эти клумбы высажены. Ухоженная территория – один из главных критериев, на который обратит внимание строгое жюри, уверены в амурском сбыте. Здесь уже не в первый раз собираются участвовать в конкурсе на звание «Лучшее предприятие торговли». В 2013-м амурснабзбытовцы стали лучшими среди благовещенских продавцов непродовольственных товаров. И в этом году нацелены на высокий результат. Причем специально для конкурса здесь ничего не готовят. Говорят, просто каждый день хорошо делают свою работу. Мы уже существуем 59 лет на этом рынке, и в принципе как бы то положение, которое мы завоевали, мы его не просто так, мы его заслужили. И поэтому с каждым годом мы просто еще раз, может быть, удостовериться в наших силах. Силу участников жюри будет оценивать по пятибалльной шкале. Особое внимание – внешнему виду фасадов, благоустройству, внутри – оборудованию, информации для потребителей и отсутствию жалоб. За победу им призы причитаются, да, бытовая техника, как правило, вот, дипломы выдаются. Ну и лучший объект торговли – это, в принципе, это престижно. Участие в таком конкурсе, говорят сами претенденты, стимулирует предприятие к развитию и, несомненно, улучшает качество обслуживания. Возможно, поэтому на конкурс и поданы 23 заявки. И уже 24 июля в общественно-культурном центре будет названо имя победителя – лучшего предприятия торговли Благовещенска. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город».